Сегодня в России отмечают День защиты ребенка. В селе Выльгар Сыктывдинского района в честь праздника устроили парад колясок. Организаторами выступили члены Совета женщины и Центральная библиотека. Планировалось, что шествие станет масштабным и будет посвящено героям книжных произведений. Однако погода внесла свои коррективы, и участников оказалось всего 8. Самые отважные мамы не только не испугались холодного ветра, но и удивили прохожих яркими костюмами и неожиданными образами. Вроде бы первый день лета, но, к сожалению, он не особенно летний. И мы вспомнили про образы Деда Мороза и Снегурочки. И решили сегодня зиму прогнать, да, Тимофей? Все, скажи пока! Зима пока! И встретить лето наконец-то! Меня зовут Светлана, дочь Есения. Готовились к параду, конечно, пораньше. Начали, решили удивить. Сейчас такой возраст, когда мы читаем русские народные сказки, и как раз вот крошечка-хорошечка, она пришлась нам по душе. Вот, идею мы оттуда взяли. Это у нас крошечка-хорошечка, я так понимаю, одна из, наверное, сестер или мама. Ну, а это непосредственно главный герой, коровушка-рябушечка. Совет женщин Сыктывдинского района вот в своих мероприятиях старается проводить такие мероприятия общественно значимые в поддержку семьи и детства. Что ребенок главное в жизни сегодня. Конечно, нелегко дается воспитание детей. Поднять их на ноги тоже нелегко, вот, чтобы мамочкам было веселее. Есть помощники, я думаю, и общественные организации, и библиотеки. Вот, постоянно мы организовываем мероприятия совместно с библиотечными работниками в помощь мамочкам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Участники парада получили дипломы и памятные подарки.